Доброго времени суток, YouTube! Сегодня, посмотрев статистику своего канала, я обнаружила, что вас, моих великолепнейших, моих чудеснейших, моих разумнейших подписчиков, уже более 3000. Я как-то не смотрела за количеством подписок, больше меня интересовало количество просмотров, но эта цифра, она настолько огромна, она настолько для меня лично большая в количественном измерении, что я, честно говоря, даже не ожидала, что так быстро уже за 3000 все перевалит. И я хочу поблагодарить вас, конечно же, я снимаю это видео в знак благодарности для вас, поблагодарить вас за ваше, скажем так, я не знаю, коллективный и разум, и каждого человека в частности. Дело все в том, что такого количества разумнейших, мудрейших и опытнейших людей я в одном месте, как говорится, в одном флаконе не встречала никогда. Стоит мне попросить у вас совета, и вы даете мне его совершенно, как говорится, от всей души, от чистого сердца. И я вашими советами пользуюсь с огромнейшей просто просьбой, пользой для себя. То есть для меня это, я не знаю, это как энциклопедия, это как, я не знаю, там лучшая подруга, которая безразлично и бескорыстно, да, что-то может посоветовать и утешить тебя, и что-то тебе подсказать. Мне это очень приятно. Я не всех вас знаю в лицо. Многих видела, да, по фотографиям, потому что ВКонтакте видно. Но не всегда могу с никами, да, соотнести вашу фотографию. Но все равно очень... Мне очень приятно, мне очень лестно, мне очень, я не знаю, я очень рада. У меня внутри такое вот ощущение, знаете, когда бабочки в животе. И, конечно же, чтобы поблагодарить вас за подписку, я решила провести небольшой giveaway. Я в прошлый раз проводила giveaway, который был, можно скажем так, розыгрыш призов, который был связан с японской косметикой. В этот раз я решила не отходить от тем, чтобы дать вам возможность попробовать полноразмерные версии японских продуктов. Я приобрела за свои деньги, это не рекламный ход, вот, сейчас покажу, вот такое вот мыло. Пенка для умывания и снятия макияжа и увлажняющий крем для рук. Значит, крем для рук компании Вакахада Моногатари. Крем для рук с экстрактом листьев персика. То есть он подходит даже для самой-самой сухой кожи. Вот, надеюсь, видно. Вот так. Вот так выглядит. Пенка для умывания и снятия макияжа на основе растительных компонентов, без искусственных добавок, без ароматизаторов и без минеральных масел. Она без антибактериальных компонентов и без красителей. Вот такая компания. Розет. Одна из моих любимых компаний Розет. Вот такая пенка для умывания. И также она подходит для снятия макияжа. Она запаяна в полиэтилен. Если вы захотите сохранить инструкцию потом, то можно просто вот здесь вот отрезать кусочек и пользоваться ей. И вот такое вот Розет, также увлажняющее косметическое мыло с экстрактом алоэ. Ну, алоэ — это хороший успокаивающий компонент. Препятствует появлению раздражений и шелушений. Ну, пользоваться как обычно. Вот такое вот мыло. Вот. Это будет первый приз. Я думаю, что стоит выбрать, наверное, двух победителей, да, из подписчиков. И второй приз — это будет вот такой вот набор. Тут немножко отсвечивает. Сейчас я покажу вот так. Это вот такая салфетница, набор для вышивания на пластиковой канве, вот такой вот салфетницы для стандартного, для стандартной коробочки с салфетками. Не бойтесь, если даже вы не вышиваете, все очень и очень просто, все элементарно просто, все показано по клеточкам, как вырезать. Если у вас, как у победительницы, возникнут какие-то вопросы, то, соответственно, я вам отвечу, то есть в личном письме все напишу, расскажу, как это все делается. Вообще, это как бы очень такое увлекательное занятие. Здесь полностью набор, есть иголка, все ниточки, которые, вот они вот здесь вот видно, есть инструкция, хоть она и не на русском языке, но она интуитивно понятна. Будет второй приз, будет два победителя. А теперь условия. Ну, первое, самое главное, конкурс я провожу для своих подписчиков, то есть вы должны быть моим подписчиком.
подписчикам. Вам должно быть хотя бы 14 лет или спросить разрешение у родителей. Наверное, конкурс делаем международный, но в том плане, что международный, куда отправляет Почта России свои заказы, свои посылки, туда я и с удовольствием отправлю вам ваш приз. И третье, да, вы должны оставить под этим видео один единственный комментарий за все время проведения конкурса и написать в комментарии, какого рода видео на моем канале вам больше всего нравится. То есть, либо это кулинарные видео, либо это о косметике, фавориты, или наоборот, пустые баночки, или о системе Fly Lady, или вы хотели бы увидеть что-то новое, то есть то, чего я не снимала, может быть, что-то из тегов, которые у меня там, конечно, куча лежат, я их еще никак не сниму. Ну, в общем, то, что вам кажется приятным на моем канале, либо чего не хватает. Ну, давайте вот таким образом сделаем. И конкурс мы будем проводить, наверное, давайте начнем с понедельника. Понедельник это будет, если я не ошибаюсь, 16 июля. И в течение, наверное, 2 недель до 22 июля включительно, да, оставляйте свои комментарии. Вот с 16 до 22 числа. Я думаю, это будет самый-самый такой оптимальный вариант. Вот все, что я, наверное, хотела сказать. Всем удачи в розыгрыше. Победителя я буду выбирать с помощью скрипта Lisa on Air. Я думаю, это будет самый оптимальный вариант. Всем удачи, пока!